у нас вот рядом с этими воротами. Я вообще шла, у меня не было настроения снимать, просто хотела сходить себе сыра купить. И вот увидела вот этот вот человек, он опять Ганди нарядился, молодец, так здорово, с ним фотографируется и денежки ему дают. Я его видела несколько месяцев назад. Хорошая идея, просто замечательная. Правда, они за дорогой не следят. Я с ним не фотографировалась, но видео делала. И денежку ему давала. Здорово. Молодец. Женщина аж перекрестилась. А я сыру захотела. Сыр вчера кончился. Позвонила Саше. Он у меня все в бегах и в делах. Сезон манго заканчивается. Вот они уже такие, высохшие. Позвонила Саше, чтобы он мне купил. Хотела сказать, а он трубку не берет. Ну, значит, повод самой сходить. Сэром. Сегодня 14 июля. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Вот пока иду, хотела порассуждать немножечко. Может, кто об этом тоже думал? Ну, естественно, все об этом думали. Мне вчера комментарий пришел. А что же не все счастливы, если можно повесить письма на дерево желаний и быть счастливым? Я не знаю, почему вот. Мне вот честно, каждый день приходят письма, люди говорят, вы знаете, вообще все шло к тому, что желание несбыточное. Но после того, как вы повесили, прямо в последний день, вот когда надо было, оно у меня сбылось. И почему, да, почему Бог не сделал так, чтобы вот просто все сидели на райских планетах? Ну, наверняка на райских планетах кто-то сидит, радуется и все время счастлив. На этой планете мы, наверное, проходим какой-то другой тренинг. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, или, допустим, у меня есть встречный вопрос. Почему? Почему эти богатейшие люди, футболисты высшей лиги, не купят каждый себе по мячу, не возьмут 22 мяча и не начнут каждый со своим играться? Почему они носятся за одним? Ну вот такие, я думаю, это такие правила игры. Вот, наверное, есть возможность у Бога дать всем и все для счастья. Ну, наверное, интереснее, когда сам что-то делает и получает. О, обступили. Молодец, вот тренинг человеку. Нет, он головой качает, нет. Ну и правильно. А они как-то так вычисляют совсем-то уж новых. Ко мне в таких количествах уже не пристают. Вот. В общем, откуда ж я все это знаю? Я ничего не знаю, точно так же, как и все мы. Вот... Такая компьютерная игра, наверное, матрица, что мы должны пройти этот уровень, перейти на другой и с каждым левелом получать все больше каких-то знаний, способностей, умений. Так что вот, и не знаю, почему нет такого. Всем дружно, всей земле написать письма на дерево желаний и стать счастливыми. Счастье вообще, оно изнутри. Кто-то вот в таком вот счастлив и все, едет и счастлив сегодняшним днем. А кто-то на Мерседесе несчастлив со своими собственностью, деньгами, золотыми картами. Бывает. Это так просто я поразмышлять. Вот, пошла свой сыр покупать. Посмотрю, что есть в Суперсай-базаре. Давно не была.
У меня вечно падает моя турка. Вот думаю, наверное, вот эта штука, если на газ ее класть, она подойдет, чтобы турка не падала. Мне бы, конечно, что-то поменьше, без ручки. Просто так поставить и все. Но без ручки я пока не вижу, есть ли что. А это что такое? Для кастрюли, наверное, с ножками. Не забыть, не забыть. Наверное, надо взять эту штуку. Или вот эту. А это что? У нее же, наверное, эти поплавится пластик-то. Непонятно. Сеточка. Чтобы не убегало. Молоко, наверное. Ой, 785. Какая дорогая. Подносик такой маленький. Тарелочка симпатичная. 125. Дорогая по нашим ценам. Пластик она к тому же. Для пластика дороговато. Не знаю, что купить. Посуду мыть, чтобы не убегала всякая крошечки всякие в трубы. У нас была сито такое, я клала. Пока меня не было, Саши зачем-то выкинул. Это сито хорошее было, железное. Мне сейчас такого не найти. Вот пластик, наверное, быстро запачкается. В общем, не знаю. Наверное, вот эту штуку куплю. Какой цвет-то выбрать? Красивее. Зеленый, синий. Ну, разницы нет. Вот этот лежал сверху, его и возьму. Так, а вот эти штуки для чего? Мне кажется, это обувь можно повесить, не? Такая двойная. Или что? Вот я думала так, туда напихать всякой обуви и повесить, чтобы она место внизу не занимала. Или какая-то другая цель у нее есть. В общем, надо думать, что сие. Вот, наверное, лучше вот такие штучки купить, на них турку ставить. У меня есть вот такая вот, но в нее проваливается, она с нее падает, большой круг. А здесь есть поменьше кружочки. Есть вон даже вот такие вот с держалочками. Вот. Не знаю, не свалится, надеюсь, с такого-то. Так, что мне еще не хватает для счастья? Вроде все есть. Пойду сыр покупать. За цветочками в большой город поедем. Какие-то здесь цветочки простенькие. Бангалоре где-нибудь купим. Хочу купить для Джеки что-нибудь вкусненького. Я не сильно разбираюсь. Вот это мягкое. Мне надо что-то сухое. Вискас. У меня нет знакомых котов. Вот на этом я попробую. Если ему понравится. Собачкам вот такой корм буду покупать, наверное. Пахнет вроде собачьим кормом. О, какой. Для активности.
Вот такие вот они, собачьи. О, хорошее здоровье написано будет. Так, ну и последнее, это мне сыр надо. Вот тот куплю и мягкий куплю. Так, моцарелла. 500 грамм. Сколько тут она? 290, да? Да, вроде 290. И вот такой вот спред. Я вот моцареллу не сильно люблю. Вот, может быть, поменьше я, наверное, куплю. Этот уберу. Дождусь, когда чеддер появится. Более жесткий, чтобы был, мне нравится. А вот это вот что за сыр? Написано «чиз». Ни разу не покупала в консервных банках. Так, 400 грамм. Я вот цену не вижу пока. 196. Надо попробовать. Попробую. И его тоже куплю. Посмотрим. Амул. Это их известная компания. Вон у них все амуловское. Вот. Но масла у них солененькие. Вот, сливочное масло соленое немножко. Посмотрим, что такое. Какой большой выбор мыл, зубных паст. Краска. Но у них светлой нету в основном. Мало, редко. Они же все темненькие. Есть, наверное, для иностранцев. Находят же где-то. Или с собой привозят. Так, на 524 вышло. Ага. Так, ну что, читаем. Здесь же надо, чтобы тебе продырявили билетик. Сыр 190, 80 и 130. Для собачки за 20 рупий мы проверим на нашем... Да на любой собачке сейчас проверим, едят они или нет. Я просто не стала много покупать, потому что мне Люда говорила, что она привезла аж с России. На Гуа собачки не стали кушать. И она отдала рыбакам. В общем, сложная комбинация. Рыбы пострадали за собачий корм. Она отдала рыбакам. Рыбаки скормили рыбам. Рыбы приплыли, значит, стали есть корм. Их выловили и отдали люди на пожарку. В общем, вот так вот сложное у нее жаркое получилось. А у рыб такая судьба. А мы на Потапарковской будем проверять, как они относятся. Значит, что дальше еще? Не-не-не, я не еду. Вот кругленькая, железная, чтобы ставить мне турку. Не-не, thank you, no, нахин. Ней-ней-ней-ней. Как, ней-ней-ней. Собака, стой, собака, я тебя буду осчастливливать. Стой. Wait, don't worry. Собака. Подожди. Ну вот иди сюда. Давайте, пробуйте. Вот что вы скажете по этому поводу? Дегустация. I want to give her, but she afraid. Ты вот ешь? Бэби говорит. Он подошел, говорит, бэби, надо бэби кормить. Так я ж хочу покормить. А где бэби-то? Бэби. Эта собака подбирает. Значит, педигрипал им нравится. Ну что, буду покупать для них педигрипал. Так, ну хоть кто-нибудь. Вон он, малыш, пошла его догонять. Добро причинять и пользу наносить. Я с этой даже подмышкой, с этой штукой гоняют бедного. Сейчас, если ему понравится, я ему все высыплю. А Джеки потом. Где он? Ищет. Собачка. Собака. Собачка.
Ну на. Да что ж я за тобой, долго я за тобой бежать буду? На. Иди сюда. Я отхожу, видишь? Я отхожу. Ну иди туда. Иди, иди, на-на-на. Иди, иди, попробуй. Господи, да как же ее позвать-то? А вот же ж коза. Коза, а не собачка. Зря поди грепал пропал. Ну что, вот счастье было так близко. Подойди ты ко мне. Сколько ж можно бежать-то за тобой? Удивительная индийская собака и видела меня. У всех просит. От меня умчалась. Не знаю, не знаю. Пойду искать других собак. Сейчас упакую. Неудобно. Вот ведь как хотела в торопях-то добро-то причинить и пользу нанести. Интересно, а обезьянки будут есть? Что это грипал? Ну-ка. Попробуй. Нет, выплюнул. С вами все ясно. Вот они кокосы едят. Все правильно. Это же натуральная их изначальная еда. Пока их люди не испортили печеньками. А они не портятся печеньками. Они не любят. Хлеб они выкидывают. Некогда, некогда. Мне уже муж звонил. Ждет он меня на четроварте. Говорит, что ж ты так долго-то? Я говорю, ну я пользу наношу, тут хожу собакам. А они не хотят осчастливливаться. Ну, теперь тороплюсь. Не буду больше бегать за собаками. Встречу там в нашем районе уже с Сашей. Покормлю. Котик машет лапкой. Торопит меня. А я вчера просто вышла из дома, взяла с тобой немножко бананов, манго, печенье. Какие у меня были хорошие кадры. Мы обезьян встретили, соседок встретили. И вот мы кормили обезьян, она там по проводам каталась. Такие замечательные. Сегодня утром смотрю, куда делись, вообще не поняла. Бывает такое. Снимаешь, снимаешь, вас нету. Редко, но бывает. Я так расстроилась, потому что они реально смешные были. Здесь все время что-то такое смешное происходит с животными-то, когда снимаешься. Упала, ветер. А мне некогда, я бегу. Саши вон я уже вижу. Интересно, он меня с какого заметит расстояние? Косака. Все, полюбила. Она потому что очень, очень хлопковая. Хорошего очень качества. И лежит наверху всех его футболок. Еще что важно. Что наверх положишь, то он и будет одевать. Очень удобный. В хозяйстве муж. Намасте. Сайрам, сайрам. Fine, thank you. Cheese, cheese. This is for washing. This testing for dogs. Да, some people. Ага, окей, okay, bye-bye. Bye-bye. Сейчас попробуем нашим околодомашним собачкам. Сайрам. А, нет, нет, сиди, сиди. Сиди, моя красавица. Не поднимайся. Я вижу. Hello, hello. У меня тест, у меня благотворительность. Хорошо, глазки сияют. Кофе, кофе пьешь? Молодец. Ну, бледненькая, бледненькая.
Она говорит, дай шоколад. Я говорю, так это не шоколад. Next time I will bring for you chocolate. Не, это мне сейчас не надо. В следующий раз принесу ей шоколад. Она говорит, дай шоколад. И вот тащится вот за этой штучкой. Я говорю, это собачкам, собачкам. Вот, вот, вот. Обезьянки не стали это кушать у меня. Собаку надо позвать вот ту. Сайрам, сайрам. Собачка. Здрасте, Ганеш. Здрасте. Торопится. Ну, нам пока нечего помогать. Он как бы на этом зарабатывает же. Ну, иногда там сумки поднести за денежку все. Это его заработок. Поэтому он старается задружиться как-то. Тем более Саша ему всегда какие-то задания дает. Он старается выполнить и денежку заработать. Шуми. У нас ужин. Нет, что у нас? Обед? Ты заклеила, она у тебя уже заклеена, машинка. Нет, это чтобы ветер не попадал. Remind what you prepared masala. Masala? I put garam masala. Нет, what name this? Garta masala. Garta masala. Это масала, раджастанская еда какая-то. Вот у нас ужин. Ну, открой, open. Вот мы получили лайзенс. Все, вот. У меня водитель появился. Круто. Поздравляю, congratulations. Thank you very much. Thank you.